Да. Ладно, я молчу. Такой раз и ровно пошел, да? Нет, у нас просто Немиров выиграл. Мы сами проиграли Немирову, по-честному. Надышали. Сань, скажи, брат, ну Немиров проиграл, да? Просто по-честному трошки вже п'яний, вже газатий весь. Зато боком красиво. Самий боковий фініш був. Збочений. У спрута, Паша, у спрута. Он боком зайшов, вот так, реально боком. Так. Самый боковой финиш должен исполнить. Другой стороной будем заходить. Так надо бежать за тобой всю дорогу. Все пристегнулись? Куда они сели? Все хорошо подумали. Все пристегнулись к пилоту. Взялись хорошо. Чуть что, хватайтесь за пилота, самое безопасное место. 3, 2, 1, поехали. Побежали. Руслан, беги. Жин-жин-жин-жин-жин. Говорю, этот человек не кушал, не писал, уже третьи сутки стоит на машине, свет то погаснет, то потухнет. Представляете, какую он херню может нас снимать за это время? Лучше не смотреть его канал. Уже в сварочных рукавицах. Так. А это ты щелкаешь. Так, что за музон? Что за музон? Блин, я, по-моему, стою на линии в огню. На линии в огню. И я віддам тобі любов мою. По встречке едет, ты хочешь сказать, Руслан? Анчик. На повороте никто из машины не вышел там? А я тут стою на траектории, короче. Нас не спугнуть. Ёкарный, баба, ёкарный. Вот это я! Из камня просто очко. Что-то продукты, по-моему, в холодильнике переворачиваются. Ну, Санька! Сань! Ну шо там, еще раз поедете? Да! Сколько прошло? 24. На 8 секунд лучший результат, прикинь. Потому что с девочкой. Да он там беседы, анекдоты рассказывал, наверное, по дороге. А, цепунул, наверное. Без лук. Не, до ходу кто-то солярку сливал у него. Это самое, светил. Там на одном повороте было впечатление, что кто-то вышел из машины.